Приветствую вас, дамы и господа. Добро пожаловать в мир высоких эффективных сотрудников и успешных клиников. Я Елена Рыбакова и хотела бы вас пригласить на свой курс под названием «Искусство общения с пациентами». В чем же заключается это искусство? Да все достаточно просто. Очень важно любить людей, дарить им добро, тепло, раздавать шаблоны, говорить не так, как все, уметь убеждать пациента своим эмоциональным фоном и составляющей, с гордостью говорить о своей клинике в телефонном режиме, что очень важно для особенно первичных пациентов, которые впервые звонят в клинику. А также пациенты должны ощущать себя очень желанными гостями, когда их встречают администраторы. Именно в этом и заключается искусство общения, в том, что пациент эмоционально выбирает. Да, конечно, стоимость очень важна, но помимо стоимости, все пациенты, с которыми я общалась, они все говорили о том, что очень важно ощущать вот это душевное тепло, которое и транслирует администратор в своих и телефонных звонках, и в прямом общении. И я могу научить ваших чудесных администраторов делать все возможное, чтобы все звонки заканчивались записью пациентов на прием. А все пациенты, которые пришли, оставались в клинике, приходили вновь и вновь, рекомендовали вашу клинику своим знакомым и друзьям. И это, естественно, будет иметь огромный финансовый результат в виде повышения выручки. И вы, как руководители, сможете реализовать свои амбициозные стратегические задачи, например, расширять клинику или открыть филиалы в стране, или открывать новые клиники. И весь мир будет у ваших ног. Приходите, я вас жду.